Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лохматов, сидел у себя за столом и, выпивая 16-ю рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе. Вдруг из-за лампы выглянул на него черт. Ну, не пугайся, читательница. Вы знаете, что такое черт? Это молодой человек приятной наружности, с черной, как сапоги, рожей и красными выразительными глазами. На голове у него, хоть он и не женат, рожки, прическа а-ля капуль, тело покрыто зеленой шерстью и пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой. Вместо пальцев когти, вместо ног лошадиные копыта. Лохматов, увидев черта, несколько смутился, но потом, вспомнив, что зеленые черти имеют глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям, скоро успокоился. «С кем я имею честь говорить?» — обратился он к непрошенному гостю. Черт сконфузился и потупил глазки. «Вы не стесняйтесь. Подойдите ближе. Я человек без предрассудков, и вы можете говорить со мной искренне, по душе. Кто вы?» Черт нерешительно подошел к Лохматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился. «Я черт или дьявол. Состою чиновником особых поручений при особе его превосходительства, директор адской канцелярии господина Сатаны». «Слышал, слышал. Очень приятно. Садитесь. Не хотите ли водки?» «Очень рад. А чем вы занимаетесь?» «Собственно говоря, занятий у меня определенных нет», — ответил он в смущении, кашляя и сморкаясь в ребус. «Прежде действительно у нас было занятие. Мы людей искушали, совращали их с пути добра на стезю зла. Теперь же это занятие алтарного сади и плевка не стоит. Пути добра нет уже. Нечего совращать. К тому же люди стали хитрее нас. Извольте-ка вы искусить человека, если он в университете все науки кончил, огонь, воду и медные трубы прошел. Как я могу учить вас украсть рубль, ежели вы уж без моей помощи тысячи цапнули?» «Это так. Но, однако, ведь вы занимаетесь же чем-нибудь?» «Да. Прежняя должность наша, может быть, только номинальной. Но мы все-таки имеем работу. Искушаем классных дам, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пьяных купцов бить зеркала. В науку же, в литературу, в политику мы давно уже не вмешиваемся. Не рожна мы в этом, не смыслим. Многие из нас сотрудничают в ребусе. Есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди. Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчих и отлично теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты. Вообще очень дельные и уважаемые люди». «Извините за нескромный вопрос. Какое содержание вы получаете?» «Положение у нас прежнее,
Штат нисколько не изменился. По-прежнему квартира, освещение, отопление казенные. Жалования же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными. И потому что, черт, должность почетная. Вообще, откровенно говоря, плохо живется. Хоть по миру иди. Спасибо людям, научили нас взятки брать. А то б давно мы перекалели. Только и живем доходом. Поставляешь грешникам провизию, ну и хапнешь. Сатана постарел, ездит все на цуки смотреть. Недочетности ему теперь. Лохматов налил черту рюмку водки, тот выпил и разговорился. Рассказал он все тайны ада. Излил свою душу. Поплакал. И так понравился Лохматову, что тот оставил ее у себя даже ночевать. Черт спал в печке и всю ночь бредил. К утру он исчез.